Добрый день. Сегодня мы с вами рассмотрим систему PixBI. Это российская self-service система бизнес-анализа. Давайте же рассмотрим, из каких разделов она состоит. У нас есть главная страница, где присутствуют либо избранные дашборды, либо часто используемые и также полезные ссылки. Раздел с директориями, где находятся наши приложения. Раздел администрирования. Он доступен тем, у кого есть доступ в раздел администрирования. Как таковых администраторов в системе нет. И админские права может получить любой пользователь, которому они будут предоставлены в разделе «Правила администрирования». Эти разделы можно настраивать как все, так и по отдельности. То есть пользователь может получить доступ как ко всем разделам, так и к какому-то определенному. Рассматривая раздел «Данные», мы видим тут набор данных и источники данных. В системе присутствует несколько источников данных, такие как API, это REST API, база данных, ClickHouse, Microsoft, ODBC, Oracle и PostgreSQL. И файлы это CSV, Excel, JSON, ClickFiles и XML. Данные в систему загружаются либо напрямую, либо загрузка в хранилище. Хранилище представляет себя либо SUBD на PostgreSQL, либо на ClickHouse, в зависимости от того, как вы хотите. Давайте рассмотрим систему PixBI и ее возможности на примере реализации технического задания по Fashion Evolution. Что из себя представляет задание Fashion Evolution? Это компания Fashion Evolution, которая занимается дистрибьюцией одежды и обуви по всему миру. Михаил проанализировал демо-примеры приложений для розничных компаний и попросил разработать для него приложение, которое могло бы ответить на следующие вопросы, как, например, какие заказчики наиболее прибыльны в товарной категории женской обуви США и так далее. В этом нам поможет система PixBI. Начиная с модели данных, некоторые файлы были предназначены для баз данных Access, но PixBI не поддерживает данный тип файлов, поэтому файлы необходимо было предобработать и переделать их либо в CSV или Excel. Также некоторые файлы были добавлены в загруженные в SUBD PostgreSQL. И так как система PixBI позволяет нам соединять все файлы, если они загружены в внутреннее хранилище, на данный момент у нас это используется ClickHouse, то мы можем спокойно устанавливать связи между этими таблицами. Рассматривая более детально модель данных и Pix ETL, мы можем отредактировать нашу таблицу, посмотреть, какие были применены преобразования, когда были загружены наши данные. Мы можем изменить тип наших данных и сделать следующее преобразование. Как один из примеров, если у нас есть столбец FIO, где написано все в одном топце, мы можем разделить его на три, применяя преобразование, которое позволяет сделать нам систему PixBI. Рассматривая непосредственно дашборд по Fashion Evolution, стояла следующая задача. Для заказчиков необходимо было узнать, какая страна является самой перспективной по продажам и прибыли. И на данном листе мы можем видеть с вами следующие фильтры. И следующие виджеты, такие как каскадная диаграмма, горизонтальная диаграмма, круговая диаграмма. В системе присутствует сквозная фильтрация. Это значит, мы можем выбрать любой фильтр. Все данные автоматически перерисуются, после чего мы можем перейти на следующую страницу, например, товар. И наш фильтр сохранится и автоматически перерисует все виджеты, которые присутствуют на данной странице. Также в системе присутствуют закладки.
Мы можем создать новую закладку, сделать ее либо общедоступной, либо заполнить на конкретном дашборде. Закладка позволяет нам сохранить все те фильтры, которые были применены на данный момент. После чего мы можем удалить этот фильтр. И в следующий раз, когда мы зайдем на наш дашборд, чтобы не выбирать все фильтры вручную, мы можем просто применить нашу закладку, и все фильтры будут применены. Рассматривая страницу менеджера, здесь мы с вами можем видеть такие виджеты, как фильтры, карточки, контейнер со столбчатой диаграммой, график и прямая таблица. В прямой таблице у нас применяется конструктор. Он позволяет нам отключать либо измерения, либо показатели. Также контейнер позволяет нам экономить пространство и переключаться между рублями либо фурами. На данный момент из коробки в системе PixBI присутствуют следующие виджеты. Это линейный график, диаграмма с областями, столбчатая диаграмма, горизонтальная диаграмма, круговая диаграмма, таблица прямая и сводная, карточка, датчик, пузырьковая диаграмма, фильтры, картинки, комбо-график, каскадная диаграмма, JavaScript-виджет, геокарта, кнопка, контейнер и тепловая карта. В системе можно создавать расчетные показатели или меры. Для них используется язык PixMeta. Мы можем с вами видеть, какие присутствуют функции агрегации и дополнительные функции. Рассматривая страницу поставщики, здесь стояла задача узнать, кто же из поставщиков является лидером по продажам, и также посмотреть их динамику за определенные периоды. Также мы с вами можем видеть тут пузырьковую диаграмму. Рассматривая страницу детализации, мы можем видеть тут большую таблицу и множество фильтров, которые мы можем применять. И данные будут у нас быстро пересчитаны. Также в системе присутствуют комментарии. Мы можем оставить комментарий как через файл, также и написать просто текстом, как пример. И далее мы можем этот комментарий редактировать, удалять, либо сделать закладку и ответить на него. Мы рассмотрели с вами возможности системы PixBI и реализацию технического задания Profession Evolution. Спасибо за внимание.